Уважаемый Алексей Геннадьевич, уважаемый Сергей Алексеевич, коллеги-сенаторы, я хочу искренне поприветствовать вас еще раз в Совете Федерации. Эти дни Совет Федерации живет Тульской областью. Это хорошая возможность для региона на федеральном уровне показать свои достижения, что получается, поделиться проблемами и в то же время поставить те вопросы, которые Совет Федерации может оказать помощь и содействие. По итогам дней субъектов мы принимаем постановления, которые прорабатываем в первую очередь с регионом, согласовываем с правительством, берем на жесткий контроль и всегда 90-95% мне докладывают по каждому дню. Мы строго выполняем те решения, которые туда заложены. Поэтому вы не стесняйтесь. Сегодня мы примем проект, только постановление. Доработайте его, все те пожелания, которые у вас будут, рекомендации, мы их учтем, и потом будем с правительством работать, чтобы все это было принято. Это хорошая возможность позиционироваться на федеральном уровне, потому что, знаете, когда в регионе работаешь, уже как-то глаз замыливается, вроде и не так видишь, не с того угла, а здесь и федеральные СМИ, и федеральное внимание, и сенаторы думают, что полезными были встречи в комитетах, мне сказали, что в 6 комитетах прошли рабочие встречи для руководителей подразделений, заместителей губернатора, руководителей комитета. Это тоже такой полезный разговор, полезная школа. Тульская область у нас славная область, у вас хорошая позитивная динамика развития, мы этому очень рады, но хотелось бы, чтобы это видели и сенаторы. Один из аргументов, почему мы так относимся к дням субъекта, что тот опыт, который накапливается в субъектах, мы стараемся его потом распространить на другие субъекты, чтобы каждый регион не изобретал велосипед заново, если есть хороший опыт, наработанный. Думаю, что и вам будет полезно там послушать мнение, позиции сенаторов. Хочется сказать слова благодарности за те 2 дня плодотворной работы в комитетах, которые провели наши профильные министры с вашими специалистами. И, конечно же, та поддержка Совета Федерации, сенаторов в решении определенных социально-экономических задач, которые стоят перед Тульской областью на ближайшие 5 лет. Год назад, вы знаете, была составлена программа социально-экономического развития. И, конечно, это будет дополнительный импульс и, конечно, помощь со стороны Совета Федерации для дальнейшего развития нашей области.